Ребята за секунды называли правильные ответы на вопросы. К литературной викторине «Красный, желтый, зеленый» воспитанники детского сада готовились с воспитателями и родителями. Вопросы о правилах дорожного движения или логические задачи не вызывали затруднений у ребят. Я стал в детском саду юным инспектором. Я хочу, чтобы дети и взрослые все изучали дорожные знаки, правила дорожного движения. Если нарушители будут, я вырасту полицейским. Ребята не забывали о соперничестве, поэтому каждый ответ на вопрос дети спешили дополнять, опережая соперников. Воспитатели проводят большую работу с детьми и вкладывают знания по безопасности жизни как на дорогах, так и в помещениях. Мы в игровой форме изучаем новые знаки, изучаем те знаки, которые относятся к группе сервиса, запрещающие, разрешающие. Детям очень нравится собирать знаки по частям, как мозаику, как пазлы. Дети очень любят отвечать на вопросы. Я стараюсь подобрать вопросы из жизни. Многие дети из отряда юных инспекторов движения мечтают о профессии полицейского. С важными знаниями о правилах дорожного движения и работы госинспекторов ребят знакомят на таких викторинах. Также дети принимают участие в акциях ГИБДД и могут лично задавать свои вопросы сотрудникам. Прошло мероприятие в рамках профилактических мероприятий «Внимание, дети и пешеход». В данном мероприятии дети показали свои знания по правилам дорожного движения. Нас удивили, все знают с малых лет. Надеюсь, они и на практике их будут соблюдать. По итогам литературной викторины воспитанников детского сада победила дружба. Жюри не смогли определить лучшую команду. Победу заслужил каждый ребенок. Анастасия Ка, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».